Здравствуйте. Герой сегодняшнего обзора – фонарик-брелок от компании GP. Модель серии Discovery. Небольшие его параметры. Светит 10 люмен, дальность луча 20 метров, защита от брызг. Высота падения 1 метр. Корпус алюминиевый. Фонарик очень небольшой. Используются батарейки стандарта LL41, 4 штуки. Модель называется CK11. Сделано в Китае. Сама фирма Golden Peak Group, Гонконг. Упаковка блистер стандартная. Я ее обрезал. Сейчас вытащим. Вот так выглядит. Совсем небольшой. Здесь есть карабин для пристегивания ключа либо к чему-либо. Размер фонарика 3,5 сантиметра. А диаметр где-то 12 миллиметров. Сейчас откроем, посмотрим, что внутри находится. Вот отсек батареек. Стоит защитная пленка от разряда. Сейчас мы ее уберем. Вот она. Вот светодиодная. И там находятся 4 элемента LR41. Продаются везде. Кстати, здесь есть, если присмотреться, резинка уплотнительная. Сейчас я его подкручу сперва. О, пошел. Вот так он находится в выключенном состоянии и висит у вас на ключнице, либо где-нибудь. Когда необходимо включить, вы докручиваете просто, и он начинает светиться. Я его проверял в темноте, светит очень ярко, очень-очень ярко. Светодиод очень хороший, возможно, фирмы Кри. Учитывая размеры фонарика, не занимает много места, в кармане особенно, вместе с ключами. Но при этом качество света луча очень хорошее. В ночное время светит очень ярко. Очень хорошая вещь, удобная для повседневной носки. При этом не будет занимать много места. Вот.
размера. Совсем маленький. Ну, теперь отключаем. Вот так. Чуть-чуть повернуть, и он выключен. Еще раз покажу его. GP Discovery CK-11 модель. И вот карабинчик для быстрого съема. Сделан очень качественно, из алюминия. Спасибо за просмотр.